счастью, несмотря на серьезные повреждения автомобиля, люди в аварии не пострадали. Все произошло на проспекте Ямашева. Водитель многотонной фуры решил перестроиться с крайней правой полосы. В этот момент в слепой зоне дальнобойщика оказался автомобиль «Лада». Удар был такой силы, что легковушка перевернулась на бок, а движущийся позади нее автомобиль «Чанган» въехал в уже перевернутую «Ладу» и откинул ее на трамвайные пути. Он с фурой столкнулся, фура его опрокинула на бок, а потом уже сделала машину, ему как бы вниз ударила и сюда. А, сюда закинула. Да. По словам водителя «Лады», фура двигалась с превышением скорости. Автолюбитель на легковушке даже не успел среагировать и уйти от столкновения, когда многотонник начал перестраиваться на его полосу движения. Ага. Фура меня задевает в левую сторону. Я уже теряю управление. Он ехал, наверное, с большой скоростью. И меня вот опять вперед фуры выворачивает. Он меня прям вот бочил опять влево. И меня прям перевернул меня. В результате аварии было затруднено движение трамваев. Возможно, виновнику ДТП придется оплатить простой общественного транспорта. Кроме того, инспекторам предстоит выяснить, имел ли право многотонник из Ленинградской области двигаться по улицам города в это время суток. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».